Всем привет! Пришла сегодня посылочка из Китая. Давайте посмотрим. Так, коробка измята. Кстати, коробка вскрывалась на нашей таможне, посылка. И вскрывалась, видно. Что тут у нас? Срывалось, что-то измялось. Явно здесь что-то было завернуто больше. Но в принципе, пока что я вижу то, что надо, то и есть. Я сейчас на секундочку посмотрю на комплектность. Но, к сожалению, я вам эту коробку показать не могу, потому что вы видите, она побывала как будто в анальном отверстии того же таможенника, кто ее расковырял. Вот. Ну, к сожалению, про комплектность я не скажу. Значит, инструкция на английском есть. Здесь мы посмотрим, что должно быть в комплекте. Ага, там у нас пошел китайский, здесь у нас пошел английский. Ну, в принципе, насколько я понимаю, все, что должно быть, то и есть. По большому счету, что это такое? Это компрессор. Здесь должны быть шланги. Вот, здесь должны быть шланги. Но, в принципе, это не страшно, я думаю, что шланги я найду. Я уже не буду этой дурью маяться, потому что пока здесь докажешь, что ты прав, не прав, отдашь полжизни и будешь носиться по этим сраным таможням. Вот, здесь точно должны быть шланги, как сейчас помню. Так, сейчас я еще раз посмотрю. Ну да, вот даже здесь нарисован шланг. Здесь должен быть шланг, я помню, даже должно было быть два шланга и тройничок. Вот. Ну, я могу ошибаться. Но тем не менее. Так, здесь какой-то снизу какой-то фильтр стоит, что ли. Вот здесь вот. Ага, видали? Компрессор для аквариума, но мне этот компрессор нужен для накачки воздуха, точнее для подачи дыма. Я хочу сделать себе дымогенератор для холодного копчения, ну и, собственно говоря, взял вот этот вот компрессор. Потом буду показывать, буду делать, буду все рассказывать. Вот, компрессор относительно недорогой, в Китае он в районе там 30 баксов стоил, все ссылки будут в описании под видео. Вот, значит, 6 ватт он. И 7,5 литра в минуту. Ну, то есть для как дымогенератора вполне его хватит. Так, кнопки включения нигде нету. Давайте попробуем сейчас его включить. Работает ли? Или после шаловливых ручонок таможенника он может еще не работать. Ну вот просто в розетку включаем, он пошел. Ну, в принципе, дует, да. Ну, прикольная. Прикольная такая вещица, такие амортизирующие хорошие ножки. Ну, со временем покажу, буду что-то делать, буду показывать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки, делимся этим видео. Все, всем пока и до встречи на канале. И скоро буду делать дымогенератор.